Вы хотите достичь какой-то своей цели? Конечно, да. Ставите перед собой ее и достигаете. Но не все достигают своих целей. На этом пути у многих идут разочарования или обычно заканчивается полным крахом. Человек потерял мотивацию и не достиг своей цели, и не хочет идти дальше. У многих людей нет упорства в достижении цели. Может, это и правильно. Можно найти другой путь, к счастью, без борьбы. Есть путь борьбы и достижений, а есть путь к цели через доверие ко Вселенной. Говоришь Вселенной, что я поставила вот такую-то цель, намерена ее достигнуть, но все же доверяю тебе, Вселенной, и разрешаю вести меня так, как необходимо, чтобы достигнуть эту цель. Если ты спокойно начинаешь такой путь вместе со Вселенной, с доверием к ней, то этот путь радостный, счастливый. Это как бы такое путешествие приятное с творчеством, придумыванием каких-то планов действия, план действиям своим. Ты спокойно начинаешь выполнять этот план, ведь ты доверяешь Вселенной, а Вселенная тебе помогает. И она проведет тебя самым коротким путем к твоей цели. Но если этот план не сработает, ты придумаешь другой. Если есть желание и мотивация достичь какой-то цели, то ты не привязан сейчас к цели. Это такой путь. Ты спокоен и из-за того, что ты спокоен, ты сам реагируешь спокойно на какие-то проблемы, которые у тебя возникают, сложности. Как в себе создать гармонию? Нужна спокойная обстановка в доме, где вы сидите. Надо закрыться и начать медитировать. Можно медитировать на природе. Если красивая вокруг местность, и у вас радуется ваш глаз, и на душе становится хорошо, и медитация будет проводиться гармонично, и в восторге вы будете. Чтобы гармонизировать себя, надо знать свои истинные желания. И вот на свежем воздухе, желательно начинать с утра, вы позволяете через медитацию трансформировать весь свой негатив в поток позитива и жизненной силы. Такие медитации помогают обрести гармонию и будут очень полезны. Они очень мощные, 30 минут, проведенные в такой медитации, позволяют вам сделать для вашей души очень многое.